Мошенники выбирают новых жертв для наживы. Теперь от рук аферистов страдают дети. Буквально на днях на крючок мошенниц попалась несовершеннолетняя орловчанка. С нее злоумышленницы выманили ювелирные украшения матери, которые она вынесла из квартиры. Драгоценности девочка давала не просто так, для магического ритуала, чтобы снять порчу. Однако обратно украшения лжецелительницы так и не вернули. На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное дело. Ни в коем случае не доверяйте незнакомым людям, не соглашайтесь на их уговоры провести с вами или вашими родными какой-либо ритуал. Это мошенники. Сразу же звоните в полицию.